Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок», город Новгород, Нижний Новгород, вес 120. Доставка была 100 рублей. Это второй, третий выпуск «Оружия Победы». Они уже достаточно давно вышли, и ценник на них упал. Обошлись они мне, по-моему, 270 рублей за каждый выпуск. Это вообще хорошо, поначалу это было очень-очень дорого. Вот так все упаковано. Не помню, я у него уже покупал, по-моему, первый выпуск у него уже и покупал. Точно не помню. И не помню, как он упакован. Но здесь все аккуратненько и классно. На время я взял вот такой лист, пока не выйдет лист в альбом коллекционера. И здесь на 20 монет. Это, по-моему, Сомс фирма. Да. Дом монетру. Мне такой не очень нравится. Но пока, чтобы не ложить ни в холдер, никуда. Вот в таком варианте. Хотя, наверное, коллекционер пока не будет выпускать, потому что, скорее всего, еще осенью будет еще одна монета. 75 лет Победы. Это там какая-то битва, по-моему, на Дальнем Востоке. Точно не помню. В 25-рублевке они часто приходят поцарапанные. Хуже, чем биметалл 10-рублевые. Ну, по-моему, у этого продавца, я вот это первый выпуск брал, монеты были в хорошем состоянии. Ну да, царапки есть, но, в принципе, не убитые, самое главное, были бы. Все смотреть не буду, но... Хорошо, что в каждой скотч не попадает на монету, бывает, так упакует. Ну да, монеты вообще здоровские. Есть царапки, но все мелочи. Сейчас весь скотч не смажешься. Все ссылку на продавца оставлю. У него немножко рейтинг ухудшился. Но это, мне кажется, больше от того, что у него очень-очень-очень низкие цены по сравнению с другими продавцами. Это у нас самолет Лавочкин Ла-5. Вообще классно. Монеты классные. То есть получается 19 монет в наборе «Оружия Победы» и 75 лет Победы. Ну, как я сказал, еще, скорее всего, будет одна. Будем ждать, посмотрим. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь, ссылку на продавца оставлю. Я у него вот еще что-то брал. По-моему, у него есть достаточно много монет Украины. Все приходит, все быстро, все отправляет, проблем с этим нету. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.